Ребятулики, девчули, всех приветствую на своем канале. У нас очередные продажи. Значит, ребята, с ночи до вот сегодняшнего дня две продажи уже, плюс 300 гривен. Значит, я всегда говорю, что нужно опираться на знания, нужно учиться, обучаться и не лениться. И тогда будет отличный результат. Брошь. Янтарная, вот такая шикарная, новая, 300 гривен продана. Сейчас вам покажу следующую продажу со вчерашней ночи. И также проданы монетки. Вчера я показывал вам 1,2 копеечки. За 200 гривен ушли. Ребята, у нас есть обучение нумизматике, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка, пиар ваших неокрепших девственных каналов. Не забывайте, сейчас группа в Фейсбуке и в Инстаграме, в Фейсбуке и в Вайбере. В Фейсбук со вчерашнего дня добавилось 20 человек. Только реальные продавцы с фотографиями обязаны быть. Обычных людей, шарлатанов я туда не запускаю. Все, мои хорошие, пишите на Вайбер, пошла массовка.